В Видновской детской поликлинике сегодня много народа. Родители со своими детьми пришли на профилактический медицинский осмотр. Специалисты широкого профиля осматривают детей разного возраста. Такая консультация необходима, потому что она помогает выявить заболевание на начальной стадии. Для посещения маленьких пациентов все хорошо организовано. Пройти всех необходимых врачей можно за 2 часа. Для удобства родителей и их детей у нас в детской поликлинике предусмотрены профосмотры, которые проходят за 1 день по возрастам. По средам у нас проходят детки в возрасте 3 месяца и 2 года. По четвергам у нас организуется профосмотр для детей в возрасте 1 год, 3 года и 1 месяц. Записаться на профилактический медицинский осмотр стало удобней. Это можно сделать через электронный терминал. Также у врача-педиатра есть списки детей, которым нужно прийти на прием. Сотрудники поликлиники обзванивают своих пациентов и приглашают на консультацию со специалистом. Как правило, такое обследование необходимо для поступления в детский сад и школу. Вот мы показываем ротик, да? Что, пришли на 3 годика проходить осмотр. Сейчас пройдем в детский сад. 2 раза мне звонили по телефону, 2 раза назначили, что 21 числа мы должны быть в такое-то время, с 10 до 11 пройти, 3-годовалый и осмотр ребенка. Пришли на профосмотр с внуком, вот, проходим врачей, ну, вроде пока все быстро, хорошо. Вот сейчас проходим медосмотр, все очень быстро, хорошо, списались вовремя, с 10 до 11, вот, ну, практически всех врачей уже прошли. Врачи не устают повторять, что регулярное обследование должно стать не просто обязательством, а привычкой следить за своим здоровьем. Большинство болезней легче предупредить, чем вылечить. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.